Всем привет, дорогие друзья и любители Ютуба. Все знают, что у меня есть такой сериал, как «Сосед», который я сам создал благодаря моей команде Ruby Series. Сегодня мне бы хотелось узнать, насколько же вы знаете этот сериал. Если вы смотрели, то, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее, а мы будем начинать. Если же вы не знаете этот сериал и ни разу его не смотрели, то садитесь, смотрите, а после этого зайдите на это видео и ответьте на мои вопросы. Итак, каждый вопрос будет все посложнее и посложнее, но я надеюсь, вы справитесь. Итак, поехали! Итак, начнем с самого простого. Где познакомился Билл с Уолтером? А. В поезде. Б. В автобусе. В. В баре. Правильный ответ был Б. В автобусе. Именно там Билл был не в трезвом состоянии, и они с Уолтером устроили драку. Второй вопрос. Кто такой Владимир? А. Враг Билла. Б. Друг Билла. В. Брат Билла. Поначалу все думали, что это враг Билла, но после 8 серии бонусной все вдруг были в шоке, когда узнали, что братом Билла является Владимир. Третий вопрос. Кто оказался в плену у Краймера? А. Билл. Б. Джон. В. Уолтер. В плену у Краймера оказался самый позитивный персонаж в данном сериале. Это был Джон. В каком городе живут Билл, Джон и Уолтер с 4 серии? Ответ А. Лос-Анджелес. Ответ Б. В гетто. Ответ В. Сан-Франциско. Правильный ответ был В. Сан-Франциско. Однако все могли подумать, что это гетто, так как карта была Сан-Андрес. Пятый вопрос. Кого нанял Фредди Краймер у Большой Акулы? А. Брэда. Б. Владимира. В. Билла. Правильный ответ был А. Брэда. Именно Брэд вместе с Владимиром атаковали дом Джона. Следующий вопрос специально для моих фанатов. Кто такие Дэниел и Сэм? А. Просто люди. Б. Персонажи из истории о двух подростков. В. Помощники Билла. Правильный был ответ Б. История двух подростков. Вы все мечтали, чтобы я их вернул, и, пожалуйста, я их вставил в последнюю серию специально для вас. Все ради вас, мои дорогие подписчики. Следующий вопрос, седьмой. Зачем большая мама, Уолтер и Билл отправились к банану? А. Для выпивки. Б. Для денег. В. Для снаряжения и оружия. Правильный ответ был В. Именно благодаря этому оружию планировали атаковать Фредди Краймера, Билл и Уолтер, чтобы спасти Джона. Специально для внимательных. Кто убил Брэда? А. Уолтер. Б. Билл. В. Владимир. Правильный ответ был А. Уолтер. Остаются два вопроса для самых внимательных. Почему большая мама не рассказала рецепт KFC Биллу? А. Билл арестовал его. Б. Потому что лень. В. Потому что у Билла не выросла борода. Самый смешной ответ был В. Борода, и именно он оказался верным. Ну а теперь просто для самых-самых внимательных моих фанатов и во фанатов соседа. Куда указала идти большая акула парням в пятой серии? А. На Predator 7. Б. На Predator 8. В. На Predator 9. Правильный ответ был А. На Predator 7. Ну что же, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Рэчик. Подсчитайте результаты, которые видны перед вами, и вы получаете свое звание. Ну что же, на этом все. Всем пока, любители Ютуба. Пока.